Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусенек, Дэн, Крошка Крошка, ОЛТВ, Кирилл Геймер, Зебра, Данил, Энтифай, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Мы скачали очень классный мод, огненные снежки и взрывные. Я себе эти кошки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну, первый раунд у нас очень простой, потому что мы будем использовать огненные снежки, а следующий раунд уже будет взрывные. Смотрите, сейчас мы как Максима убьем. Ну, дирижабль! Все. Ну зачем ты это сделал? Теперь гори! Гори, жопа! Косой! Ну, Гусанёк, ты выходи! Косой подают с колбасой. Я уже здесь! Ты что думал? Слышь ты, голова! Ты где? Давай, я в двери. Давай, я тебя. Стоять! Слышь, ты дверь не закрывай-то! Все, ребята, пошутили и хватит, теперь пора уничтожать. Это было близко. Это было очень... Так, по мне стрелять нельзя, пацаны, это же нечестно. Я же сегодня убийца. А у нас тут читер просто один есть. Поудаляли двери, теперь тут нифига не... Что происходит? Ой, Саня танцует на крыше. Совсем уже кидают тут свои снежки. Обнаглели вообще. Гусанёчек. Максим, давай, вместе будем с тобой выживать час. Нужно уходить. Почему ты так резко бросил? Это было мощно. Ребята, не забываем подписываться на канал и вступать в наш Дискорд, пообщаемся. Мы каждый день там залипаем. Опа, а кто ты у нас, Валерий, с козой? Ты что на козе так колупался, слышь ты? Есть, поджог, жопа горит. Ну, Максим, мы же теперь с тобой вдвоем, понимаешь? Мы психи. Да. Ой-ой-ой-ой. Что за контейнер вонючий летает? Это я. Вот вижу. Так. Попал! Ах ты, блин, стена вонючая. Сейчас целимся. Ух ты, блин, перепрыгнул. На тебе. Молодец, Максимка. А, кстати, Максим лох. Максим, да, мы же забыли. Ну чё, я тут человека закрыл в заднем дворе. Никто не хочет прийти мне помочь. Я его хочу уничтожить. Там где животные в вольере? Я вижу вас. Все, давай, я открываю двери, ты готов? Готов. Поехали. Расстрел начинается. Ты умрешь, понимаешь? Ты все, это смертная казнь для тебя. Я знаю, что вот-вот я попаду, на дурачка надо. Ты че, ты снова убийца, что ли, поверил? А ты просто кидай легенько, он даже так поджигает. А просто под пол. А я могу стрелять? Нет. Ты же в жертву, мы понимаешь? Мы будем издеваться над тобой сейчас. Ты умрё... А вас только еще... Есть! Трое. Все! Сейчас он умрет. Их трое уже. Три, трое. Два, трое. Один. На тебе! Все! Мы закончили. Гусанёк! Давай будем его отсюда закидывать вдвоем. Блин, классно, ребята, снежками кидаться. Новогоднее настроение классное вообще. Есть! Побежали! Быстрее за ним! Попали, вот он. Кто тут у нас? Ой, ты с нами же, да, уже? Да. Блин, извини, я просто убиваю. Это тоже с нами? Это тоже с нами. Так, нас четверо получается. Зебра, нормально? Зебра, все окей? Нормально, да. Пацаны, идемте искать их, они где-то здесь. Нет никого, уходи. Нет, дома никого нет. Есть. Я чувствую запах говна. Гусанёк, выходи. Это Саня оставил, там был. Да нет никого дома, тебе кажется. Так, а может они где-то здесь? В ангаре? Нет, там никого нет. В сарае пацаны ныкаются. Да. Мы в сарае, мы там, давай еще. Что такое? Блин, на самом деле карта очень крутая. Согласен. Так, давайте перекличку для начала сделаем. Кто живой? Я. Я. А, четверо. 4 на 4 поделилось. Хорошо. Так, Зебра, если что, если будет тревога, то сюда. Так, пацаны, а где вы? Ну-ка дай... Как это, мы их не можем найти, что ли? Гусанёк, тут твои трусы грязные, забери обязательно после записи. Можно все. Все, блин, не бывает. Чулан. А выйти нельзя? Нет. Пацаны, кот красный. В смысле, кот я красный? Я нашел Дэна. Где он? Короче, ладно, Зебра, давай пока. Он в доме. Дома рядом с большим снеговиком, открывай. Открывай. Нет, вижу жертву аборта, бегу.
Здравствуйте! Ай! Нашел! Где? Вот, вижу! Я бегу за ним, вот ЛТВ, все! Щенок, сда... А как это он на качели... Ой, я вижу его. А он на качели запрыгнул на крышу, это... Я нашел зебру! Там нету никого! Привет, ЛТВ! Вот он! Ты умрешь, ты понимаешь? Все! Ты труп, ты ходячий труп! Еее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 ee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 e
зебров. Вот тут вот ходит, сидит, ходит. Он не открывает. Сейчас я его открою, нет, стой. О, Дима, здорово. Ой, до свидания. Мгновенная смерть вообще. Так, ну что, кто у нас остался еще? Я остался. Я нашел зебру. Двое осталось. Да нету его. Ребята, сюда, ко мне. Вот гусенечек. Давайте, кидай. А где Санька? Вижу Санька, вот. Блин, еще бы чуть-чуть бы и попал. Так, давайте с этой стороны будем его ждать. Это ж хитрожопый жук. Вижу его. Красава, крошка, прям по мне. Я должен убить гусенька. Да вот он бегает. Да я знаю, я по нему стреляю. Да остановись, стоять. Так, набираем снежок и на дурачка. Вдруг попадает дерево. Вижу, гусенек побежал туда. На гору полез. Так, я набрал снежок на максимум, теперь мы его ждем. Он уже горит, пацаны, вы молодцы. Четко подожгли его. Не горю я. А что ты делаешь? Он сейчас подхилится и будет читериться. На, попал по нему. На! Есть! Молодцы, молодцы! Гусенек, ты победил. 3, 2, 1. Гусенек, давай, взрывай всех. Так, вон он, мимо меня прибежал. Да блин, ну гусенек! Да ты ненормальный человек! Ну я же сидел как смотрел просто. Хорошо, я иду с тобой на охоту. Я буду крушить все. Дом разрушим, все разрушим. Вижу цель. Вижу цель. Оп, Дима, привет. А где ты? Ты чё? Ты чё такое? Блин, это было близко. Ты чё, Дима? Давай, мы должны его убить. Что такое? Нет. Дирижабль. Потратили жизни? 20. Сейчас жду, я жду. Давай, Максим, выходи. Ай, блин. Я его убил. Ты убил человека, который должен был мне отдать свою душу. Так, я иду их искать. Не найдешь. Не найду? Найду. Не найдешь. Найду. Так, где они могут быть? Может, они в пещере там все-таки заныкались, побежали? Я рядом в той пещере. Нет, там сейчас в пещере, я посмотрел. Я рядом в пещере той. Вам нужно специально так говорить. Нет, я серьезно. Не верьте ему, это обманщик. Я могу гранату кинуть, давайте. Давай. Вот он, заяц. Да ну так не убил. Красиво, молодцы. Это ты был последний живой? Нет. Или... Дэн еще. Так, пацаны, ну что, давайте, охоту на Дэна. Если мы в течение 2 минут не находим, он победитель. Бил, молодец. Дэн, я кинул гранату, поэтому Дэн пусть тоже гранату кидает. Я нашел его! Где он? Он на сортире был. А, все. Самый классный веселый раунд. Каждый сам за себя. 3, 2, 1. Поехали. Все, у меня такое место. Знаете, сейчас будет все взрываться просто на карте, бесконечно. Да я понял. Очень страшно. Мы боимся. Помогите. Хоть одного побить кого-то. И все гасают. Саня! А ты где? Читер. Зебра слился, молодец. Слился, а в воздухе летайте. Все уже. На тебе. Ты меня нашел, нет? Они там воюют, я хожу себе, кайфую, карта классная. Максим, привет. Пианинки сыграют. Мне нечестно спрятаться, я же прятался специально, чтобы с финалистом. Так, ну что, пацаны, с кем я остался в живых? Аня, убей, пожалуйста. Я еще живой. А, и гусенек живой еще? Нет, я и гусенек. Ну, Саня крыса, это да. Учись быть крысой. У кого это ты же... Да, Дима, ты задрал кидать, которые не взрываются сами.
Дэн, можешь меня поднять? Ой! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Гусёк, это нечестно с твоей стороны. А чё? Дима, я что я не так сделал? Я хочу тебя убить. Это читер вообще, фу быть таким. Убей, ну убей. Так, а где ты? На тебе. Сзади. Так это некрасиво с твоей стороны, мы должны были... Ну так неинтересно, ну блин, ладно. Красиво я слился, красиво. Так, всё. Так, Кирилл Гейми, давай. Выходи. Выходи. На главную площадь будет дуэль. Кирилл Геймер против Гусанька. Очень сложная дуэль, и мне же интересно посмотреть, кто из них победитель. Кто лучший игрок по снежкам, потому что Гусанек тренировался 10 тысяч часов, чтобы научиться играть, как сейчас. И поэтому он меня и победил, потому что у меня 9 тысяч часов наиграно. А Кирилл как обычно читает. Он же читер наш. Давай-давай-давай, Гусанечек, я в тебя верю. Так, камеру комментатора подбили немножко. Гусанек делает бенни-хоп и думает, что все нормально. Но Кирилл его поджигает и наносит ему смертельный удар. Я прям как предугадал, что ли. Гусанек, хочу взять у вас интервью. Что вы можете сказать по поводу последней дуэли? Он был достойным противником. Он заслуживает того, чтобы он выиграл. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.